Компания «Электромотор» представляет автомобильное зарядное устройство «Пульс» модель MAX30 с защитой от ошибочного подключения полярности и амперметром. Устройство предназначено для заряда как 12-вольтовых, так и 24-вольтовых аккумуляторов. Модель выполнена в пластмассовом корпусе с удобно расположенными на передней панели органами управления и индикации. Спереди имеется ниша для укладки кабеля питания и зарядных проводов. Зарядные клеммы имеют изолированные ручки и представляют собой зажимы с зубьями для надежного сцепления с клеммами аккумулятора. На лицевую панель вынесен плавкий предохранитель, что позволяет его легко заменить в случае необходимости. Также там расположен переключатель режима заряда и переключатель выбора напряжения аккумуляторной батареи. Технические характеристики. Напряжение питающей сети 230 вольт. Максимальная мощность 700 ватт. Совместимые аккумуляторные батареи 12 и 24 вольта. Ток заряда минимальный 16 ампер, ускоренный 20 ампер. Диапазон емкостей заряжаемых аккумуляторов от 120 до 240 ампер-часов. Вес 8,2 килограмма. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5 300 38.